В крещенскую ночь глава Татарстанской митрополии также молился вместе со своей паствой. В праздник Святого Богоявления митрополит Казанский Татарстанский Феофан совершил божественную литургию в Троицком соборе Раифского Богородицкого мужского монастыря. Разделить радость молитвенного общения традиционно прибыли многочисленные паломники. На улице для людей, не попавших в переполненный храм, впервые была организована прямая трансляция праздничной литургии. По завершении богослужения архиерей возглавил крестный ход к Раифскому озеру, где традиционно к празднику крещения возводят ледовый городок и готовят место для купания. По завершении чина великого освящения воды митрополит Феофан поздравил всех с торжеством крещения Господня. Святокрещенскую ночь Господь принесет в ваши дома мир и согласие. Пусть в эту благодатную ночь, крещенскую ночь, милость Божия, рука Господня коснется и нашей благословенной татарстанской земли. Пусть в эту крещенскую ночь Господь хранит в мире и согласии нашу любимую родину, имя которой Россия. В эти тревожные дни помните, Божье благословение и защита будет, ничего нам с вами не страшно. С Богом, с праздником крещения Господня.